Начнем выпуск со встречи, которую провел губернатор Тверской области Игорь Руденя с министром юстиции России Константином Чуйченко. Обсуждались вопросы предоставления жителям региона бесплатной юридической помощи. В частности, речь шла о создании государственного юридического бюро и о развитии Тверской лаборатории судебной экспертизы Минюста, действующей в областной столице с 2021 года. Игорь Руденя поблагодарил Константина Чуйченко за совместную работу, отметив, что для Верхней Волжья Минюст России – это надежные коллеги и партнеры в развитии региона. На встрече обсуждалось создание в Верхней Волжье государственного юридического бюро – система бесплатного оказания юридической помощи гражданам. В числе задач – правовое консультирование, составление заявлений и жалоб, представление интересов гражданина в суде. Что касается юридической помощи населения, я абсолютно четко считаю, что государственные услуги должны доминировать. Потому что человек может сам, наверное, выбирать, если есть и такие, но мы как государство, конечно, обязаны предоставить услуги. По словам губернатора, решить эту задачу можно в том числе с помощью сети МФЦ Тверской области, которая сегодня представлена во всех муниципалитетах. Также речь шла о развитии Тверской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции России, специалисты которой проводят ряд специализированных исследований не только для правоохранительных органов, но и для всех жителей Верхневолжья. Мы в Твери создали совсем недавно лабораторию судебной экспертизы. На сегодняшний день там работает уже 12 экспертов. Будущее мы видим примерно для 25 экспертов. Попросим вас тогда помочь с помещением. Готовы обеспечить, да? Предоставим. Да. Игорь Руденя отметил, что правительство региона готово оказать необходимую помощь для расширения лаборатории. В частности, по поручению губернатора будет проведена работа по подбору вариантов земельных участков для строительства нового здания или поиск помещения для увеличения рабочих площадей.